Ребята, большой привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Это Redmi 10, один из самых бюджетных смартфонов от китайского бренда. И понятное дело, что славное имя Redmi, Xiaomi, а также низкая цена. В России сейчас этот телефон, наверное, можно купить тысяч за 14. Сейчас это конец ноября, начало декабря 2021 года. Вот исходя из этих факторов, конечно же, люди побегут покупать этот смартфон. Да что побегут, уже это делают. Все-таки на бумаге здесь есть несколько очень важных моментов. Например, стереодинамики, например, 90 Гц экран, 464 или 428 и камера на 50 мегапикселей. Но, друзья, перед тем, как вы рванете в магазин, я все-таки хочу обозначить несколько очень важных моментов, которые присутствуют в этом смартфоне, чтобы вы понимали, на что вы идете. Все-таки вы на канале Честный Блог, поэтому давайте подойдем к вопросу честно. Если уж мы хотим бюджетное устройство, так давайте посмотрим, насколько оно на самом деле бюджетное и насколько оно может хорошо существовать в 2021, ну и, соответственно, 2022, а возможно и 2023 годах, ведь вы же его купите себе на несколько лет. Короче, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Ну, если вы захотите приобрести Redmi 10, если захотите, в принципе, приобрести разные Xiaomi и, самое главное, по классным ценам, там же, кстати, есть и Samsung, и iPhone, обращайтесь к моим друзьям. В Питере находится компания Mobile Boutique. Внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите, у них классные цены, есть доставка по всей России, так что welcome. Тут, знаете, друзья, я совсем недавно общался со знакомым, и он говорит, вот раньше были Redmi. Вы же наверняка раньше пользовались недорогим Redmi. Помните, была такая модель 4X или еще что-то? И забавно, люди говорят, что они проходили несколько лет, 2, 3, 4, 5 лет с этим смартфоном, и он, по большому счету, жил нормально. Современные Redmi, они такие, знаете, ну, типа на год, на два, и, в общем-то, все. И, честно говоря, я с ним согласен. Вот вы помните, друзья, с каким смартфоном вы больше всего ходили на протяжении какого-то времени? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это был за телефон. Если вот мне вспомнить, мне кажется, LG G2, этот смартфон, с которым я достаточно долгое время ходил. А что у вас был за смартфон? Напишите в комментариях. Redmi 10. Я бы сказал, что внешняя составляющая у этого смартфона, а также технические характеристики на бумаге в целом хорошие. Во-первых, это смартфон, который комфортно лежит в руке. У него диагональ 6,5 дюймов. Сзади у нас матовый пластик. Класс. Это не глянцевый, матовый. Это кайфово. Вообще, я бы сказал, что в моем представлении в линейке каждого смартфона должны быть матовые крышки. Но, к сожалению, это не всегда происходит. Понятное дело, что у нас по бокам пластик. Сверху у нас есть инфракрасный порт. И сверху у нас есть 3,5-миллиметровый джек. У нас есть сканер отпечатка пальцев, и у меня к нему нет никаких вопросов. Он находится сбоку, просто прикладывайте палец, и все разблокировалось. У нас есть также разблокировка по лицу, и если включить два важных фактора, а именно первое, пробуждать при взятии в руки, а также мгновенная разблокировка, то когда у вас смартфон лежит, а вы его взяли, показали себе, он вас считал и разблокировал, и вы его даже не трогали. Опция пробуждения при взятии в руки находится в разделе блокировка экрана. Тут же, кстати, я вам рекомендую поставить галочку «Использовать двойное касание», чтобы вы могли два раза постучать по экрану, и он тоже просыпался. Вот с этой стороны к смартфону нет никаких вопросов. Дальше. У нас здесь экран. Это IPS-экран, разрешение Full HD+, и у него 90 Гц. Сверху у нас Corning Gorilla Glass 3-го поколения, из завода наклеена пленка. Тут начинается маркетинг. Или маркетинг. Маркетинг. Значит, компания Xiaomi ставит сюда 90-герцовый экран и говорит, смотрите, у вас будет очень плавный смартфон. И действительно, анимация в какие-то моменты по-настоящему плавная, с одной стороны. С другой стороны, анимация очень сильно зависит от того, какой же у нас процессор. И вот здесь, мне кажется, начинается самая главная проблемная часть этого смартфона. Здесь у нас стоит MediaTek Helio G88. К MediaTek у меня нет никаких вопросов, был бы тут Snapdragon или MediaTek, мне в целом без разницы. Мне важно, что этот смартфон крайне неторопливый. 12-нанометровый техпроцесс и 188-190 тысяч баллов в Antutu. Я бы сказал, что это крайне мало. Для 2021 года, для цены в 14 тысяч рублей, иметь 188 баллов — это очень мало. Вы поймите, что это не просто цифры. Эти цифры выливаются в то, что когда вы начинаете работать с этим телефоном, он начинает очень долго выполнять задачи. Нужно ли вам запустить звонилку или нужно вам запустить
запустить Инстаграм, или, не дай бог, вы пытаетесь запустить игру, ну ладно, игра в любом случае запускается какое-то время, а вот когда мы запускаем звонилку, нам хотелось бы нажать, и чтобы она открылась, а она такая раз и задумывается, и вы секунду, другую, третью ждете, пока звонилка запустится, и это еще все зависит от того, какие приложения в этот момент у вас в принципе запущены, потому что если у вас работает в этот момент WhatsApp, если в этот момент работает Инстаграм, у вас где-то там еще запущен Телеграм и так далее, то, конечно же, из-за такой нагрузки смартфон просто начинает потупливать. И поэтому запуск самых простых приложений, типа звонилки, типа сообщений и всего остального, выливается в то, что вы нажимаете и ждете. Ждете, когда это все дело запустится. И, соответственно, вот этот 90-герцовый экран вообще перестает что-либо значить для вас, потому что у вас начинаются просто очень большие лаги. Вы ждете, когда смартфон вам что-то выдаст. И в моем представлении вот это самый важный момент, на который вам нужно обращать внимание. Мало того, друзья, вот сейчас этот смартфон такой неторопливый. А что будет через год? Ведь вы же покупаете себе телефон на несколько лет вперед. Это люди, которые покупают там себе iPhone 13 за 100 тысяч. Они вот себе его купили сегодня, через год продали и купили себе новый iPhone. Они не парятся. Люди, которые покупают себе бюджетные телефоны 1000 за 15, они покупают себе его на несколько лет вперед. И здесь вы, конечно же, столкнетесь с тем, что он будет реально подвисать, и вы будете рвать на себе волосы, и ждать, когда же запустятся какие-то приложения. По крайней мере, я это прочувствовал. И, ну, чего далеко ходить? Есть, например, смартфон Realme Narzo 30. Я постоянно о нем говорю, ну, потому что это 370 тысяч баллов в Antutu. То есть здесь 188, а там 370 тысяч баллов. Там тоже 90 Гц экран. Там, правда, нету стереодинамиков и еще чего-то там. И это, в принципе, Realme. Что такое Narzo, вообще хрен его поймешь. Все-таки это Xiaomi, громкое имя, Redmi, все дела. Но 370 и 188 тысяч. За те же самые деньги, 13-14 тысяч рублей. Поэтому, если вы хотите все-таки какую-то производительную машинку, я очень рекомендую вам задуматься над покупкой этого смартфона. В смысле того, а нужно ли покупать именно его. Понятное дело, что у него будет огромное количество продаж, просто потому что это самый недорогой Redmi. Но стоит ли его брать? Тут, конечно же, решать вам. Давайте идти дальше. Значит, экран 90 Гц, я про это уже рассказал, как работает анимация, в принципе, тоже. Меня еще в экране смущает то, что все-таки это недорогая IPS-матрица, и поэтому, если включить белый цвет, он будет такой, знаете, серо-бело-голубой, то есть это не яркий белый цвет, который я хотел бы получить. И здесь у меня тоже, конечно же, есть вопросы, но понятное дело, что в любом бюджетном смартфоне будут вот такие IPS-матрицы, поэтому здесь не стоит ждать каких-то очень ярких и классных цветов. Бюджетное решение, ну а что вы хотите? В этом отношении Realme Narzo 30 дает примерно ту же самую картинку. Здесь у нас стоит Bluetooth версии 5.1, не самый последний, но и в целом работает достаточно хорошо. Поддержки Wi-Fi 6 поколения нет. Ну, что касается разговорного динамика, датчика приближения и так далее. Ну, про датчик приближения вы все прекрасно знаете. Он во всех Redmi потупливает на протяжении уже года другого. Xiaomi, Redmi, они никак не могут решить вот этот вопрос со своим датчиком приближения. И тут, знаете, забавно, вариантов-то особо нет, потому что вы хотели купить себе Xiaomi или Redmi, вам не нужен никакой ни Realme, ни Galaxy A32 и все остальное, и поэтому вы в любом случае столкнетесь с телефоном, у которого будут трудности с датчиком приближения. И когда мне об этом говорят, я говорю, ну, ребята, ну, возьмите себе беспроводные какие-нибудь наушники, потому что это на самом деле решение. Ну, вам не нужно будет вот так вот стоять с телефоном, вы не будете щекой там нажимать на какие-то кнопки, у вас будет просто наушник в ухе, и все будет хорошо. Но по большому счету нет другого решения. Либо просто более аккуратно разговаривать с людьми, особенно не касаться щекой экрана. Ну, вот такие дела. Снизу у нас USB Type-C второго поколения. Можно использовать FM-радио. Здесь есть NFC, поэтому если вы захотите расплачиваться бесконтактным способом, это все здесь без проблем. MIUI 12.5 здесь стоит. Я бы сказал, что сама операционка классная. У меня к ней очень положительное отношение, потому что огромное количество настроек есть. По большому счету, любая кастомизация, которую вы хотите получить от этого телефона, вы ее получаете. И темные темы, пожалуйста, и дублирование приложений, пожалуйста. Единственное, чего, наверное, мне не хватает здесь, это Google ленты, потому что когда ты делаешь свайп слева направо, то у тебя здесь не Google лента, а
своя местная лента виджетов. И ты никак не можешь сделать так, чтобы у тебя здесь была Google лента. Это печально, потому что, ну, у других Xiaomi и у других Redmi здесь есть Google лента. Я вообще не очень понимаю, каким образом происходит вот эта сортировка. В одном смартфоне от Xiaomi есть Google лента, в другом смартфоне ее нету. Как это работает, не знаю. Если вы в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Ну, дисплей не очень яркий. На солнце он выдает примерно 480 нит, так как это IPS, соответственно, контраста немножко поменьше. Но я уверен, что при очень ярком солнце у вас будут определенные проблемы с получением информации. Ну а когда мы находимся в помещении, у нас, соответственно, стоит ручной режим, и здесь он выдает 400 нит. По большому счету, этой яркости хватает за глаза. В плане виброотклика здесь все отлично. И, кстати, я же про дизайн ничего не сказал. Мне дизайн нравится. Нравится, как выглядит задняя камера. Это в духе 2021 года от компании Xiaomi. Примерно в таком дизайне выходил Mi 10 Ultra еще в прошлом году, флагман. И, собственно, с этого момента вот такой был дизайн у Xiaomi Redmi в 2021 году. Мне нравится, как выглядит этот телефон. А вот еще одна вещь, которая мне не очень нравится, это то, как этот смартфон заряжается. Потому что, с одной стороны, здесь 5000 мАч. И, друзья, это смартфон, которого вам точно хватит на один день. Возможно, вам будет даже хватать на два дня. А если вы подарите его своим родителям, которые не очень часто пользуются смартфоном, уверен, им будет хватать его даже и на 3 дня. С автономностью здесь все хорошо. Но при этом заряжается он так долго. То есть это 18-ваттная зарядка, которая у нас идет в комплекте. Это порядка 2,5 часов. То есть реально долго. За первые 30 минут он набирает процентов там 25, а дальше... О, это очень длинное мероприятие. Поэтому просто на ночь его ставьте и заряжайте. Что касается камеры, друзья, давайте я вам расскажу. 50 мегапикселей. Здесь стоит модуль компании Samsung. Причем этот модуль есть у большого количества телефонов. Тот же самый Narzo 50, Realme 8i, Redmi Note 11, Motorola, Poco M4 Pro и так далее. Короче, этот сенсор компании Xiaomi и другие китайские бренды используют очень-очень много где. Также, хорошо, у нас есть широкоугольная камера на 8 мегапикселей. Почему я говорю хорошо? Ну, потому что на самом деле в сегменте 14000 рублей далеко не во всех смартфонах есть широкоугольная камера. Она от компании Sony, это MX355. Еще есть макрообъектив, есть портретный объектив, они оба по 2 мегапикселя, но на них мы не обращаем внимания. Что можно сказать про фото и видео возможности? Прямо сейчас вы видите сравнение с другим телефоном. В целом я могу сказать, что, ну, как бы они на уровне окей. То есть звезд с неба не хватает. Ночью, понятное дело, что у нас будут и засветы, и все остальные дела. Но в целом, если ночью делать фотографию в правильном ночном режиме, который мы можем выбрать в этой камере, то, пожалуйста. Здесь также есть портретный режим. Соответственно, вы можете делать портретики нормальные. Здесь также есть режим 50 мегапикселей, который будет добавлять вам детализации в вашей фотографии. Тут понятное дело, что он работает, по большому счету, нормально только когда светло, ну, как бы и бог ты с ним. Стабилизации на основной камере у нас, считайте, нет. Вы сейчас видите видео сравнение с Poco M4 Pro, но на Poco M4 Pro есть зато кроп, поэтому картинка больше. Я убираю стабильность. Селфи-камера у нас на 8 мегапикселей, производитель ее мне неизвестен, но тоже делает, по большому счету, нормальные фотографии, если будете фоткаться на фоне заката. К сожалению, закат у вас будет засвечен, здесь HDR работает не очень хорошо, хотя в целом в камере присутствует функция HDR, и она работает более-менее нормально. Стабилизация на фронтальной камере тоже, можно сказать, так себе. Ну, короче, тут, по большому счету, вот какой смартфон вы не купите за эти деньги, вы получите примерно одни и те же возможности. При этом здесь нет возможности снимать 4К, поэтому если для вас этот пункт имеет какое-то значение, ну, скорее всего, вам нужно покупать телефон ценового сегмента чуть повыше. В целом, могу сказать, что камера как бы окей, для этих денег в порядке. Ну и подводя какие-то итоги касательно этого телефона, что могу сказать? Вот я бы сказал, что вот вам, наверное, все-таки я бы не стал его рекомендовать. Еще раз скажу, что в первую очередь меня очень смущает производительность. Да, смартфон классно выглядит, неплохо фотографирует, долго работает, удобно лежит в руке. Ну все как обычно, собственно, это Redmi 10, это народная марка. Но вот то, что он выдает там 200 тысяч баллов Antutu, это меня крайне смущает. Смущает как сегодня, так и в следующем году и так далее. Плюс, только 4 гигабайта оперативной памяти, нету версии на 6 гигов памяти. Это тоже еще один такой момент, на который стоит обращать внимание, потому что приложение постоянно становится
больше, операционная система постоянно становится больше, и телефон поэтому тоже должен иметь больше оперативной памяти. Здесь этот вариант упущен. Поэтому вот за эти деньги, да и лично я взял бы вообще Redmi Note 8 Pro. Да, этому смартфону уже год-другой, но при этом он очень классно работает, у него хорошая камера, у него все в порядке с производительностью и так далее. И либо Realme Narzo 30. Где-то там же рядышком находится Realme 8a и так далее. Короче, вот не могу я вам рекомендовать этот телефон к покупке, но как бы так. В общем, вот такая история, друзья. Очень надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Не болейте, всем счастливы и пока.